Давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Сережа. Happy birthday to you. Молодец. Давай, берись. Это Сережа. Вот он. Серега. Я понимаю. Когда вы без света усадили, да? Целую ночь старались. Конечно. О, сейчас будем играть. Кто я, что тут? Кто я? А вот это что? Вы готовы? Ты рисовалка. Блин, мне уже вторую рисовалку подарили. Ну ты ж художник. А, это, наверное, Андрюхи. Нет, то кто я? Понял, так надевается. Мама, проведи ванную. Ой, надо же полотенце. Хорошо, хотя. Сегодня твой день, Сереж? Да. Возьмите мне. Возьмите мне штуку. Андрюх, что ты там шепчешься, а? Вот ты шпион. Давай. У понеделок россиян вот так. Сереж, что это? Ой-ой. Че, Андрюх, Серега? Мне страшно. Что там? Там собака. Это твой ребенок теперь. Тихо, руки. Руки мой тебя. Все моем руки. Серега. Ну, тебе руки мой. Его? Ты моя птичка золотая. Не убейся только. Ты моя сладкая. Кушать хочет уже. Давай, 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 давай. Ты что, не уронил? Андрюх, сейчас обоссыт тебя. Давай Сережа возьмем. Под низ вот так за животик. Аккуратненько. Не, не, не жопой вверх. Покажи как. Мелки разные. Наташа, покажи как. Он сейчас вытерпится с кровью. Андрюх, отойди в сторону. Иди, моя птичка золотая. А теперь берите вот там вот коробку, которую я принесла, пакет. А что это? На окне, Наташа? Да, да. Короче, он боится. Я мой сладенький. Колбасы дайте. Нет. Это его игрушка первая, это еда его. И это тоже погрызушка его. А что он так не встал? Нет! Все, все, он не понял. Стой, тихо. Ну, хай изучит, тихо. Все, он поссал. Сережа, тихо, не кричи. Вот, вот за я говорил. Вот это вот что. Я не буду бегать. Я буду гулять, я буду с ней гулять. Да. Андрюш, не кричи, он. Не, на АО, надо имя придумать теперь. О! Поехали, за Катей побежал. Толя! Все, начались твои веселые денечки. Все. Все, Серега, теперь будешь выгуливать, жопы мыть. Я буду выгуливать. А-а-а. Это первое лето, как говорят, на начале. Ничего не знаю. Все. Да. Так, на том тише. Он боится еще. Он еще маленький. Он еще маленький.
сколько? Два и три месяца. Сейчас подумаешь, Натали Наташа. А хвостик какой же? Ну что, хороший? Прикольный хвостик, да? Только он вонючий еще. Маленький такой. И все. Место у меня. Сказала, что это. Все документы. Три, все. Какой-то еще вот штучки. А ты, Андрюха, со мной посольница. Для пакетики, да, для выгула. Для какаши. Что? Бульба? Тарас Бульба. Натали, а хвостик у тебя играет? Ну, надо узнать у нее, я ж не знаю. Там надо узнать, дивіться уважно, слухайте та повторювати будете. Перше це кільце. Кільце прорізь проводимо крізь пластинку. Далі карабін. Він відкривається муфтою вниз і всередину. Потім вішаємо його на трос за кільце. Кільце повинно йти завжди першим, карабін завжди другим. Добре? Будь ласка, спробуйте спочатку провести кільце. А мені ще попросить. Тепер третій. Добре, піднімаємося по сходниках на гору. Твоя черга, будь ласка, початку кільця проводимо. Всі. На поході. Тримаємо на гору. Спробуй сам догадати. Так, якщо не вийде, не виходить. Добре, дивися на пластинку дуже уважно. Бачиш, на пластинці є темно-сіра плисочка, яка ж виділяється. Це підказка, як повернути кільце, щоб прорізь прийшла крізь пластинку. Давай спробуй ще раз. Вийшло. Карабін треба зняти і перестібнути. Ось так. Все, проходь далі і просто піднімайся на гору. Все, просто стоїть там. Бачимо пластинку. Беремо спочатку кільце, проводимо крізь пластинку. Спробуй сам. Об'яснити треба. Не вийшло. Получше. Добре, давай ще раз. Дивися по пластинку. Бачиш там на сіру полосочку, яка ж виділяється? Я спробую. Я ж професіонал. Кільце, щоб провести крізь пластинку. Давай, веди до кільця. Повністю проводи. Ще повністю, не всю пластинку треба провести. Двома руками з двох сторін тримай, піднімай вгору і проводи. І ще. Вийшло. Тепер карабін. Знімаємо без карабін. Ще раз кажу, ти поки що чекаєш. Папа, якщо тобі там смішно стоять? Ну, мені вообще не смішно. Ні. Саме, ми ще повністю. Андрюх, что там? А Андрюха уже все вообще. Они выиграли, у них команда была. Молодцы. А надо не на лавочку, а надо жопой передвигаться, а не Сережа. Да что на коленях, я не знаю, может и жопой. Ну, жопой, наверное, Сережа. Давай, давай, вырабатывай мужскую. А что там делать? А, там надо просто без колбаски. Руками, ногами хвататься. Вот, смотри. А на второй этаж идете? Так не толкаться. Давай, давай. О, ну там можно на стену залазить, смотрите.